Ну, я бы не сказал, что овчинка выделки стоила, мягко говоря. Так, это что-то. Вау. А, ну здесь, кстати, я тренировался. По-моему, на одних из этих островов. Где же все-таки этот дурацкий глиф, а? Очень уж мне его хочется найти. Но не получается. Не получается. Так, стоять. И что у нас выходит? А выходит, что на этом острове у нас остался только вот этот вот алтарь. Но его пока не возьмем. Нам нужна сила, сила, сила. Нет. Сила заряда нам нужна, да? Здесь, по-моему, я ничего не путаю. Но я решил сначала с черной. Ага. А вот это мы можем взять. Так что давайте, кстати, улучшение. Давайте-ка сопротивление качать, ребята. А то что-то как-то меня слишком легко без оружия выносливость увеличили. Берем. А, хрен-то там, да? Ясно, здоровье. Размер аптечек. Штука нужная. Топливо. А, хрен-то там. Все. Красота закончилась. Полетели. Набираем пике и взлет. Сломать. Так, растаптывание. Шандарах. С добрым утром. But in time, our heroes discovered the ability to bathe their enemies in the holy light of the Lord. Ай-яй-яй-яй! Да что ж мне так не везет-то, а? Вон из сковородки. Бабах! Шарах. Слушайте, а давайте я немножко вот здесь вот поныкаюсь, чтобы они собрались как-то в кучу, что ли. А то, блин, бегать за каждым. Вот так, например. Блин, прикольно. Больно ты, морда. Обалдел, что совсем. Совсем озверели психи. Баба. Ну, Алтай, ты там наелся, нет? Чего? Катина. Так. Ну пустите, блин! Так, сейчас подождем немножко. Пусть соберутся. Покучнее. И вот так вот. Алтай, приятного аппетита. Все, 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 все. Кончилось счастье. Успокойтесь. Драка закончилась. Как это? Ты слышал, парень? Финиш. Так. Ага. Чё-то психуешь. Все, все, расслабься. Нет меня. Так, и у нас еще на этой части осталась вот эта красная штука. Это, скорее всего, наш любимый, наш замечательный, как он называется? Да, вот он.
Оторвать ему сердце. А прикольно, такой ПЕ работает, кстати. У ворота. 100% контроль пустоши. У-ху. Высокоэффективный. Ага, 5 испытаний. Слушай, отвяжитесь, ребята. Пустоши наши. Начнем вербовать заблудших нашу команду. И скоро месть короля Ивана снова станет наводить на всех ужас. Ой, красиво. А, то есть я еще и все задания бороды выполнил, что ли, потихоньку? Случайно. Черная борода был доволен. Возможно, для кого-то пустоши представляли небольшой интерес, но для черной бороды это было то, что нужно. Труднодоступное место для хранения сокровищ, где он мог жить как король преступного мира. Какая няша. Так, если дьявол сейчас опять запоет, я повешусь. Нет, он не запоет. Слава богу. Так. Здравствуй. Черная борода. Пустошь — отличный полигон, чтобы отработать всякого рода операции против сатаны. Но сначала его надо захватить. Так мы вроде уже. А, ну то есть он как бы сказал нам. Да? А, нет, стоп. Нет, подождите. Вот еще раз. Отлично, дружище. А теперь надо починить мой корабль. Очень уж его повредили эти чертовы бесы. Советую зайти в здание Ультер. Там кое-кто есть, с кем тебе нужно встретиться. Уже иду. Э, куда? Вдохновленная силой песни, Изабель отправилась на поиски единственного человека, который мог спасти ее от надвигающейся свадьбы. Но приплыли. К счастью для нее, Джонни оставлял после себя столько разрушений, что выследить его не составляло труда. Хм. Здрасте. Одна ночь с любой женщиной, но за это придется бить панду. Ты бы на это пошел? Хороший вопрос. Хм. Мистер Гетт? Кто ты такая? Цыц! Слава богу. Ладно, ладно, меня зовут Изабель. Очень приятно. Что ты делаешь? Угрожаю тебе, ты не выйдешь замуж за президента. Я не хочу выходить замуж за президента. Ого, это оказалось проще, чем я думал. Мой отец заставляет меня это делать. А теперь в чем дело? Теперь я беру тебя в заложники. Тебе не нужно этого делать. Так всегда говорят заложники. Нет, тебе действительно не нужно это делать. Я пришла помочь тебе. Но я уже вытащил пистолет и все такое. Ты надо мной издеваешься? Возможно. Я пока не уверен, я должен все прикинуть. А ты не мог бы прикидывать без пистолета? Мне так удобнее. Не для меня. Что ты хочешь? Для начала, чтобы ты убрал оружие. Привыкай к разочарованиям. Ты говоришь, как мой отец. Что? Он постоянно твердит мне, что жизнь — это мучение, несчастье, мечи существуют только для того, чтобы люди могли забыть о своей посредственности. Только не пой. Господи, это наводит такую тоску. Это так хреново быть дочерью сатаны. Что ты хочешь? Я хочу дать по роже своему папаше. Кажется, мы прекрасно поладим. По-моему, она на нем женится. Замуж за нее, точнее, говорит. Конечно, Изабель говорила образно. Джонни этого не заметил. Изабель со всех сил стремилась помочь Джонни и пообещала, что придумает, как ему попасть во дворец. Джонни не слишком понравилось то, что Изабель не смогла точно сказать, сколько времени ей потребуется, чтобы провести его внутрь. Но он согласился с тем, что, не считая традиционной миссии, это был лучший способ ускорить процесс. Ну да, действительно. Может, традиционных? Традиционные миссии. Что-то тут буквами, похоже, наложили. Ну это ладно. Так. То есть мы продвинулись аж... Кошмар. Это слишком быстро. Так, потаённое. Это хорошо. Улучшение. Так. Что? Старостаптин теперь недолго обездвижит всех выживших цели. Хам. Класс. Глаза светятся. Урон. Теперь это святое растаптывание. Ну, приплыли, блин. Ну, ладно. Это, подожди. Как так? Урон 2. То есть мы под шумок получили последнее растаптывание. Экзорцизм. Блатный гнев взрывается после смерти. Вау! Какая полезная штука, блин.
Так, все. Да, теперь все. И улучшение. Способности. Выносливость. Друг людей. Так, выносливость, это ладно. Здоровье. Здоровье улучшение. Здоровье, блин, вот здоровье улучшение, это прям очень нужная вещь, потому что здоровья пипец как не хватает. Правда, пусть выпадают. Все равно, я так понимаю, в процессе наших разборок эти ребята страдают просто оптом. Дробовик, винтовка. 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 ПП. Хм. С двух рук пистолеты, пулеметы. У меня денег не хватает. Суперсила тоже. Так, а вот боеприпасы, винтовка. И тут не хватает. Ясно. Сорян. Выносливость увеличения. И здесь не хватает. Ни на что не хватает, короче. Фу, так. То есть у меня сейчас... Где тут? Есть вот это, вот это. То есть вот это святость, да, я так понимаю? Или нет? Ну-ка. Ну, видимо, да. И пошла цепная реакция, да? Итак, Изабель вернулась домой. Надо с нам знать, когда будет возможность впустить тебя. А мы пока... Стой, тут кто-то... Эй, убрал от меня руки, троглодит. Твои друзья у нас, они будут страдать, пока их крики нам не наскучат. Да, по-моему, на месте стоят. Странно. Эх, Дэйн. Мистер Вогель, шо ж вы так-то, а? Здрасте. Я сказал, стоять! Сказано же, Да им вообще наплевать на все. Эй! Ты можешь хотя бы секунду побыть спокойно? Оживить. Господи, это хуже, чем бурбон пить. А, это спасибо, чувак. Выживший и спасенный. Выжатый и спасенный. Понятно, то есть, скорее всего, черную бороду надо будет спасать, да? Со временем. Блин, все-таки что же это за место такое? А, ну вот, пожалуйста, черная борода. То есть сейчас каждый раз, когда я буду открывать кого-то из этих, мне придется их спасать. Ну ладно. Ускоряшка. Еще ускоряшка. Спокойно, бородень. Сейчас все будет. Испытание завершено. Время игры. Что это такое? Ты прыгнешь так, Да почему опять поменялось-то? Что такое? Эй! Да блин, что за хрень, а? Почему я все время меняются? Эй, да поставься ты, а! Лежать. Почему мне все время меняются эти... Где ты там? Подъем. Когда все закончится, выпьешь немного рома. Да, черт побери. Блин, почему у меня меняются вот эти вот? Я специально ставлю одно, он у меня опять ставит другое. Что за хрень вообще? Ну, давайте, я так понимаю, Шекспира придется спасать сейчас. А остальных я даже не открыл, поэтому... Давай слегка пикируем. Разгон. Хорошо. Отлично. Ускоряшечка. Ой, сколько я тут всего не собрал-то, а? Ну почему опять? Блин, да что ж такое-то, а? Черт вас... Опять, да что за херня, а? Кто опять сменил мне эту...
дурацкую... Я спасу Вилла, ты завяжешь своими сраными монологами. Блин, почему у меня опять сменилась эта атака, а? Да чтоб вас, бляха-муха, ну! Чё это такое, блин? Чёрт знает что, опять атака поменялась. Ибо с тем, с кем сегодня кровь прольем, братьями мы станем. Ага, Генрих какой-то там. Пятый. Я не догоняю. Ну, я думаю, мне сейчас не отправят спасать тех, кого с кем я еще даже не познакомился. Вообще, как бы не должны. Ага. Видимо, это потом. О, штука. Книжечка. Руководство по проклятым душам, глава 36. Темные подстрекатели. Это старшие демоны управляют меньшими обитателями ада, призывая их умирать за себя. Навлекать на себе гнев очень опасно. Ну что ты лезешь, а? Я ж читаю. Ну я же занят. Ну что за вот неуважение? Ой, отстань. Я занят, отвяжись. Real nice. Про глиф, кстати, слышали? Глиф рядом. Опа, попался. Привет. Не знаю, что это за декс такой невезучий. Глиф рядом, я тебя... I see you. Не умеет прятать сокровища. Хорошо. Оторвать ему сердце. Бамс. Пошли вон. Жалко, что они с первого раза не взрываются. Ну, давайте быстренько пролетим туда-сюда. Оба. Так, 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 так. А, красота. Фу, блин, я запутался. А куда тут лететь-то? Интересная местность. Вау. Да, я слышал фразу, что глиф где-то там. Сказано, пошли вон. Не мешайте работать, черт вас подери. Ну никакого, никакого уважения к чужой работе. Есть. И следующий. Опа. Нет, ты куда ж ты, дурила? Успел. Прекрасно. Так, ладно. У нас сейчас что? У нас сейчас что? Операция спасения. Тут пока ничего нет. Верность Шекспира. Уроки потаенного. Ой, пардон. Заряд нимба. Ну давайте верность Шекспира пока. До него давайте долетим. Вообще, собственно, что его... Тут ведь можно проще гораздо поступить. Верность Шекспира. Это что это? Вот эти вот. Шпуили-уили. То есть абсолютно спокойно выполняем и не паримся.
И вон ту штучку надо еще взять. Блять, ну... Да чё ж ты зацепился-то за неё, а? Что? Ай, мудила. Ну нельзя же так. Глиф рядом. Где рядом? Он сказал глиф рядом. Кто-нибудь видит эту желтую штуку? Я не вижу. Глиф рядом, да вы издеваетесь, а? В таком месте он где угодно может быть. Но мы его нашли. Уху! Круто. Согласен. Это действительно клево. Здесь нет ничего. Здесь вроде бы тоже. Ай. Ломаем ее. Ребят, минуточку. Ах вы сволочи, а! Ну сказано же. Раздражает эта ситуация. Неужели так сложно, блин? Меня тошнит от этого дерьма. В целом я согласен. Действительно, та еще задачка. Да ладно, я не взял тот долбанный шарик. Нехилого пинка мне дали. А откуда? Меня привет прилетел, эй! А вот сейчас кое-кто получит. Оторвать ему сердце. И... Ну, я не знаю, ну что ж ты будешь делать, а? Что мешаете-то, а? Видите, я делом занят. Подождите 2 секунды. Как это сейчас все будет? Что за народ, в конце концов? Мешают. Мешают всеми силами. Так, это у нас мордобой, да? А, давайте сделаем. Бабах! Давайте еще разок. А это еще что такое? Это что, что за люди, бараны? А... Что это за херня? Что это за новая версия демонов? Люди с бараньими головами. То есть меня не глючит, они реально с бараньими головами. Ну, хорош, блин. Бахнуло. Чувак, а ты не слишком бронированный, а? Шандарах. Слушайте, знаете, я что подумал? Развлекайтесь, ребят. Есть, выполнено. Отлично. Встретиться с Шекспиром? Рано еще, то что? А, пулемет, конечно. Не самое лучшее оружие здесь. Есть. Есть, красота. Еще больше шариков, больше блоков.
Ой, это что такое? А, что это за штука? Переполох, да ладно, и здесь он есть. Ёлки-палки, какой кошмар. Так, тут у нас гонки. Тут у нас всякое разное. Давай, оторвем его нахрен. Все, что можно оторвать. Бабах. Посверкай, чувак. И взорвись. Так. Что у нас по деньгам? А по деньгам, кстати, все очень круто. Помните, там была какая-то такая странная... О. Допустить вы меня, ну хватит. Вау. Ну окей. Ребят, отвалите, я в магазин хочу. Ребят, я занят, отстаньте, пустите меня в магазин, как можно уже. Так, купить боеприпасы. Ладно, это все фигня. Купить и улучшить оружие. Вот. Алмазное жало. Если... Ага. Это круто. Урон. Понятно. Ясно. И дополнительные деньги. Еще больше денег. До хрена денег. Максимум денег. Так, урон. Ну, понятно. Урон всегда берем. А вот кое-что я не учел. Сейчас. Ай-яй-яй, кое-что я не учел, блин. Улучшение, да, оружие. С двух рук-то, чтобы стрелять. Блин, сколько там? Сколько надо? 18 тысяч. Плохо. Ну, да ладно. Все, фигня, давайте доберемся. Встанем, точнее, получим у Шекспира задачу. И на этом хватит. Не стоните, ребят, я знаю, что вам плохо. Еще бы вам было хорошо, блин. Ой, ты где? Шекспир втайне желан захватил власть над районом развлечений. Если бы кто-то только смог действовать от лица его потаенных мыслей. Договор Шекспира с Черной Бородой был стар, ибо никто другой, как поэт, помог знаменитому пирату украсть имя Люцифера. Да ты что? Точки старта переполоха. Ну все, как бы, то есть задачу я от него получил. Так, давайте потаенное тоже улучшим. Что тут у нас? Взрывающие появление признанных существ проводится взрывом. О, вот эта тема. То есть бабах еще и там, где они появляются. Вот это я понимаю. А здесь что у нас? Это улучшение позволяет в окно штаба действовать. Класс. То есть ко мне еще и машина будет стягиваться. Ну, так себе на самом деле улучшение-то, честно говоря. Они же взрываются, эти самые машины. Так, способности. Ну, тут у меня и на что не хватает, да? Сил народа. А, подождите, а бонусы? Блин, бонусы. Навык мусорщик. Ага. Угу. И здоровье. Блин. Блин. Ну ладно. Фу, ладно. На эти задания мы пойдем в следующий раз. Ой, вы извините, может быть, выпуск получился не очень динамичный, не очень веселый, но, блин, я болею, никак не могу выздороветь по-нормальному. Поэтому как-то так. Ну, а пока всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Что там? Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, делитесь этим видео в соцсетях с друзьями, нажимайте на колокольчик. Ссылка на плейлист и на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Ну а пока всем пока-пока и до встречи в следующем эпизоде наших с вами, нашего с нами, с вами громления ада. Фух, все, всем счастливо.